Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня я хочу вам продемонстрировать вот те навыки, которые мы с вами изучали на предыдущем вебинаре, а именно основы дрессировки на конкретном каком-то примере. Акваром быстренько в течение там 6-7 минут, выйдя на прогулку, выучили такой трюк, как держи. Я его назвал именно так, держи. То есть собака на своей морде будет держать именно предмет, который ее интересует. Это игрушка бублик. Ну, в принципе, это может быть абсолютно любой предмет и может быть дрессировка абсолютно любого трюка. Главное здесь я просто хочу вам продемонстрировать именно основы дрессировки. То есть что именно? Давайте начнем с того, вспомним мы эти с вами основы, то есть для того, чтобы животное легко давалось изучение какого-то нового трюка, новой команды, мы с вами должны что сделать? Мы должны животное подготовить, а именно есть такой термин, который мы с вами изучали. Этот термин звучит как депривация, то есть посредством депривации мы с вами подводим животное к тому, что оно будет заинтересовано либо к еде, либо к игре. То есть на данный момент вот у меня собака находилась во дворе, естественно, она была без игры какое-то время и очень хотела поиграть. Соответственно, я ее мотивировал на то, что у нее физической нагрузки не было никакой, желания к игре, и вот она эту игру получает. То есть игра в данный момент для нее очень желанная. Давайте повторим второй принцип дрессировки. Это в чем он заключается? То есть мы с вами подготовили собаку, нашли ее мотивацию. И второй принцип дрессировки у нас заключается с того, что мы с вами изучаем какую-то одну команду. И на этой одной команде мы с вами именно акцентируем внимание. И начинаем это все с одной буквально секундочки. Сейчас я начну заново, для того чтобы вы понимали, буду комментировать, что происходит. Так, это не то. Молодец, зайка моя, молодец. Итак, вот мы вышли на улицу, вот интересующий предмет для собаки, я его демонстративно показываю. Сделаю завлекалочку такое вот в виде игры. Пожалуйста, на, получи. Вот он получил у меня, побежал сейчас, да, приносит мне этот предмет. Я причем не делаю какую-то апортировку, не кричу апор, то есть он у меня просто в качестве игры. Он не подходит рядышком, не садится. А теперь я собаке примерно продемонстрирую, что нужно от него, что я хочу. Значит, для начала я его усажу. Да, вот так я его усадил, показал предмет, уронил нечаянно. Держать. Теперь я вешу ему на морду. То есть вот на морду, да, вот привесил. Говорю, держи, держи. Вот он держит. Вот так вот он держит. Нет. Вот я ему сейчас говорю, нет, нет. То есть нет, он понимает, что это плохо. То есть, если он уронил, именно в тот момент это произошло, я даю отрицательное подкрепление, что ронять нельзя. Как только он удержал буквально одну секунду, я тут же снимаю этот предмет и говорю, молодец, хорошо, он получает поощрение. Ну, соответственно, мы идем дальше. Собачка поняла, что от нее немножко требуется. То есть до этого мы в течение 8 лет, да, вот с вами изучали мы с Акбарчиком, что такое да и что такое нет. Вот сейчас я опять. Вот он мне принес игру, он хочет поиграть. Игру нужно заработать. Я вешу ему на морду, говорю ему держать. Поддерживаю морду. Сейчас делаю уже побольше выдержку. То есть вот буквально 2 секунды я сделал. И опять поощряю его. Молодец, хорошо. То есть, понимаете, вот она идет у нас положительное подкрепление. А положительное подкрепление у нас должно быть как? То есть буквально сразу же после того, как собака исполнила именно. И разрывка по времени должен быть наикратчайший.
И опять же, смотрите, я зацикливаю собаку на том, что она выполняет именно один трюк. Я не довожу его до состояния там рядом, иди сюда, ничего другое от него не требую, отрабатываю именно один прием. Сейчас эта выдержка будет немножко подольше, я даже сделал шаг назад. Вот шаба собака поняла, молодец. Я говорю, молодец, хорошо и бросаю. Если бы сейчас вот он у меня уронил бы, я бы сказал бы нет, да, и сократил бы выдержку. То есть я бы эту выдержку бы сделал бы покороче. То есть для того, чтобы, то есть если нет у собаки понимания того, что она удержать должна на морде. Я повторяю, что это может быть абсолютно любое. Сейчас я постараюсь сделать выдержку побольше. То есть еще побольше. То есть насколько вот собака у меня сможет, насколько у нас не взаимопонимание хорошее. То есть я оцениваю состояние собаки, готов он или не готов. Он готов, то есть я уже сделал выдержку подольше, отошел подальше. И я, соответственно, ему говорю, молодец, хорошо, я это делаю очень эмоционально. То есть у меня собака меня понимает на все 100%. Ну и, соответственно, еще раз хочу повторить то, что если вы занимаетесь чем-то одним, то занимайтесь чем-то одним. И смотрите, значит, опять же, мы начинаем обучение команды где-то без раздражителей, посторонних раздражителей. То есть это где-то в квартире. Мы заниматься начинаем, как только выполнение происходит хорошо, без дополнительных каких-то раздражителей, мы выходим на привычное место. То есть это где-то, где собака гуляет в основном, да? То есть для нее эти раздражители уже привычные, и она воспринимает их достаточно нормально. Вот, видите, я уже отошел подальше, и выдержка уже была побольше. Это буквально несколько минут. То есть моя молодец, собака готова к обучению, моя, потому что молодец, для нее обучение молодец, это является своего рода уже поощрением. То есть он любит это дело, он любит заниматься, он любит обучаться, потому что получает только положительные эмоции. После того, как мы научились это делать на улице, где привычно, мы можем выходить уже дальше, то есть следовать на неизученную территорию, не на изученную территорию, на какую-то. Видите, то есть буквально несколько минут проходит, и мы с собакой уже этот трюк готовы выполнить. Если вы будете соблюдать все эти правила, да, то есть собака у вас должна быть подготовлена к занятиям, да, она должна быть выгулена, то есть ни в коем случае не начинать занятия, пока у вас собака там не сходит в туалет, не исследует территорию, да. Только после этого мы начинаем занятия, то есть мы проводим, так сказать, депривацию. И можем менять поощрение. То есть поощрение у меня в виде броска, да, и ласковых слов. То есть я провожу оглаживание собаки, говорю о том, что он молодец, да, я произношу вот этот вот кликер. Хорошо, молодец. Да, молодец, хорошо. Это своего рода как кликер-дрессировка, когда происходит щелчок этим кликером. То есть вот видите, буквально давай, прошло несколько минут. Я со своей собакой уже готов к исполнению вот этого трюка. То есть следующее занятие, которое я бы провел, это на более детальную выдержку, и после чего бы эту выдержку я бы уже проводил бы где-то на улице, где ездят машины, бегают другие собаки. То есть расширял бы вот этот вот круг раздражителей. Ну вот видите, вот он, я ему говорю, какой он красивый, какой он хороший, когда он выполняет все это дело. То есть он держит, а в этот момент получает положительное подкрепление не в виде броска, а в виде социальной похвалы такой. То есть вот такая ой, вот молодец, браво, ой, браво, умница моя. И соответственно собака получает это подкрепление. Ну, собственно говоря, вот буквально 6 минут, и у нас трюк готов. Поэтому, друзья мои, соблюдайте все правила дрессировки. Если кто-то хочет получить, то есть я сейчас вам коротко повторил и основные, да, и продемонстрировал, как все это происходит, как это все работает. А если кто-то желает изучить более детально все это дело, то я могу вам предоставить в цифровом виде ссылку на вебинар, да, и пишите вот как раз вот по адресу, который вы видите сейчас в углу экрана.
И вы получите ссылку на вебинар, в котором мы подетально все правила дрессировки изучаем. Все, спасибо. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. Нет. И у вас все получится. Спасибо.